Всем здорово! Сегодня сделаем бит в стиле Playboy Carti, но перед этим я хочу ответить на некоторые комментарии. Итак, первый комментарий. Чел, зачем было пытаться спиздить мелодию из видоса самого же Ника? Да, действительно, я начал это видео делать после просмотра видео на канале Ник Мира. То есть как было, я увидел ролик, примерно запомнил мелодию, которая мне понравилась, и потом я зашел в FL Studio и начал ее воспроизводить, только получается со своими красками. То есть мелодию я не полностью сконструировал. И как бы не было такой цели. А цель была показать именно бит в стиле. То есть схожесть есть, да, я этого не скрываю. Вот, так, идем дальше. Да блин, чувак, вот зачем, для чего? На ютубе уже миллион таких видео. Это уже есть, пойми, хочешь снимать FL, но придумай того, чего еще не снимали. Все одно и то же. То есть да, безусловно, видео про первый бит в FL Studio и не только, уже очень много. Люди не преследуют цель показать то, чего еще не снимали, да? Исходя из своего опыта, я разработал свою схему, как я делаю свои биты, и просто показал это вам, все. А так, спасибо за комментарии и этим людям, и всем остальным, кто оставляет позитивные комментарии. Мне действительно очень приятно, поэтому пишите комментарии и приступим к ролику. Итак, FL Studio, 140 BPM. Я уже подготовил все звуки. Тут три инструмента мелодии и все остальное драмка. Первый звук, амнисфера. Вот такой звук, пресет выйдет где-то на экране. Второй звук. Тоже амнисфера, вот пресет. И третий это ваншот. Вот такой. Итак, начнем прописывать мелодию, которая у нас будет в триолях. Тональность C-sharp minor. Начнем с базовых нот. Дублируем и рандомизируем velocity. Итак, первый инструмент готов. Сразу же его отправляем на микшер. Я же просто включаю обработки. И вот здесь эквалайзером просто низ срезал. И ревер. Далее следующий звук. Тоже закидываем на микшер. Я здесь эквалайзером обработал. Реверб. Второй реверб это для автоматизации, а не позже. И расширил. Все. Так, ну и последний инструмент. Просто вот такие аккорды, дублируем их и струмайз и рандомайз velocity. Закинули на микшер и здесь эквалайзер, реверб и дилей. Мелодия готова. Теперь будем прописывать драмку и начнем с 808.
Далее сразу кик, копируем бас, вставляем в кик, Alt-K. У хай-хетов будет нелегкая партия, так скажем. Закидываем каждые два шага и поехали. Вот и дублируем ее. И остается у нас open head, который будет играть вот здесь. Закидываем всю драмку на микшер с сайдчейнем кик с басом. Таким образом. Вводим в моно, делаем баланс громкости и так далее. Ну а какой бит получился в итоге, вы узнаете в конце ролика. Я надеюсь, мне удалось передать атмосферу и вайб дрека в Playboy Carti. Возможно, в этом бите я оставил слишком мало пространства для вокала, то есть очень плотная мелодия у меня. Наверное, можно было бы его как-то облегчить, но мне реально нравится, как он звучит. Ну а если вам понравился ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Также пишите комментарии, например, вот как вам свет мой новый. Кстати, этот бит из моего нового битпака, который недавно вышел в моем паблике ВКонтакте. Все, друзья, сейчас вы услышите итоговый бит, а я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.